хлеб и принял. Этот хлеб недопеченный, недоваренную кашу. Не на делке нашей кухни, а даем на кухню вашу. Мы надеемся на ваше хлопотливое проводство. Мы даем сырье и только полагаемся на вас. Это вы должны добавить, чтобы вышло в самый раз мед добра и соль упорства. Сколько же отцов упрямо скажут вам в нелепой споре, здесь прибавить надо соли. Да, учительница, соли. Материнские советы будут те же год от года. Добавляйте больше меда. Да, учительница, меда. Всевозможное начальство спустит вам свои приказы. Больше масла, влить водички. Все, что надо, сделать сразу. Запаситесь же отвагой и свою держите марку. Подходите к делу смело, не пойдет оно на смарку. Чтобы хлеб, на удивление, наилучшие ковришки из отъявленного плута, из любого шурышки.